Новую партию бронеавтомобилей доставили вооруженным силам Беларуси. Это доработанная версия военных внедорожников, которые уже успели опробовать на наших полигонах в прошлом году. «Даянг», как называют эти машины в Китае, принимал участие в белорусско-российском стратегическом учении «Запад-2017». Нынешняя партия – безвозмездная военная помощь от Министерства обороны КНР. Сотрудничество между нашими странами активно развивается по всем направлениям, и двустороннее военное сотрудничество не является исключением. Прибытие самолета в Минск является подтверждением нашей крепкой дружбы и тесного взаимодействия. В каждой машине может поместиться до 9 человек, а кузов из стальной брони защитит от пули и осколков снарядов. В новых «Драконах» переработали систему вентиляции воздуха и добавили комфорта для водителей. В полном боевом снаряжении «Броевик» весит почти 9 тонн.